Квадрокоптеры, рации и другое спецоборудование и снаряжение передали мобилизованным подразделениям Приморского края. Жителями региона, проходящими боевую подготовку, встретился губернатор Олег Кожемяка. Хитеры нормальные, смотри. Хорошие, да? По отзывам товарищей. Да, вот эти вот для того, чтобы... Глава региона побывал на полигоне Бамбурово. Здесь проходит интенсивная подготовка мобилизованных приморцев. Я хочу сказать, что в основном ребята мотивированные. Вот. Понятно, что люди пришли с гражданки, кому-то приходится свои знания вспоминать, кто-то имел опыт службы в вооруженных силах. Кто-то для кого-то вновь, но, как правило, втягиваются в течение 2 дней, все втягиваются и показывают высокие результаты. В ближайшие дни будет поставлена новая партия средств связи, наблюдений и прочая спецтехника. Губернатор отметил, что регион поддержит оснащением и мобилизованных, проходящих подготовку на полигоне в Сибирцево. Как в целом подготовка? Интенсивная подготовка, все желания. Дух? Дух боевой. Боевой, да? Ну, ребята. Все понимают ответственность. Отметим, в Приморье работает более 80 пунктов сбора гуманитарной помощи гражданам, призванным на воинскую службу в ходе частичной мобилизации. Они располагаются во всех муниципалитетах края. Адреса можно посмотреть на сайте правительства Приморского края. Анна Дьякова, новости на 8.